Месяц Шабан – такой месяц, о котором люди остаются в неведении. Он находится между месяцами Раджаб и Рамадан. Это такой месяц, когда все благие деяния возносятся к Господу нашему, Всевышнему Аллаху. И желательно, предпочтительно в этот месяц держать пост. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о достоинстве месяца Шабан сказал: «Пост, который мы держим месяц Шабан, это поклон месяцу Рамадан». Любимый Аллахом месяц – это Шабан, который связан с месяцем Рамадан.